Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю проект «Мама, купи мне пони». Он называется «Я, сестра и наша подруга». Давайте начинать. Так, сестра, привет. Ой, привет, Розочка. Здрасте. Ну, Искорка, поздоровайся. Привет. Привет. Здрасте. Здравствуй, Искорка. Так, ну пойдем в торговый центр. Там у нас будет встреча с нашей подругой, помнишь? Из школы. Хорошо, пошли. Пошли. Так, где она? А, вот она. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это же... вы Анна. Да, это я. Привет. Привет. Да, привет. Ты ведь Анна из нашего класса. Да, я вас помню, девочки. Так, ладно, пойдемте в торговом центре что-нибудь купим. Вот там корзинки я вижу. О, кстати, это мои дочки. Идите сюда. Это Радити. Ой, а это Радуга. Так. Ну-ка, девочки, поздоровайтесь с Искоркой и Розочкой. Привет, Искорка. Привет, Розочка. Привет, Искорка. Привет, Розочка. Здравствуйте. Здрасте. Так, ладно, девочки, вы идите пока тоже что-нибудь себе посмотрите. Но вам двоим я по поводу пони, наверное, подумаю. Наверное, я вам не разрешу. Мама, это почему еще? Да. Ну, на прошлой неделе я вам купила двоим по очень дорогущего киндер-сюрприза. И знаете, у меня уже на ваших пони просто денег нет. Ну, мам, ну, пожалуйста. Все зависит от цены. И от вашего поведения, конечно же. Ладно, пойдемте. Пойдем. Ну что ж, Искорка, Розочка и Радуга, пойдемте что-нибудь посмотрим. Пони какие-нибудь. Но тебе же вроде запретила мама. Это не важно. Да, Радуга? А, ну да. Так, где там твоя Розочка? Еду, я здесь. Посмотрите, какой большой выбор игрушек. Ну, не в жизни. Я не в жизни вот такого выбора никогда не видела. Сколько тут пони. А еще пони из других коллекций. И куклы. Мне мама разрешила купить лишь одну игрушку. Да, и какую? Да, какую? А она сказала, можешь купить или пони. Ну, такую вот, вот среднюю. Или девочку. Вот. Ну, что ты хочешь? Я бы предпочла вот те куклы. Они очень красивые. У нас сейчас это модно. А я спешу за модой. Так что пойду выпрошу у мамы вон ту прекрасную, прекраснейшую куклу. Сейчас. Вот эту, вот эту, вот я, ай, вот эту. Ее зовут, как ее зовут, я уже не помню. Неважно. Короче, я ее просто выброшу и все. А, Жасмин, вспомнила. Мам. Да, доченька, ты чего звала меня? Мама, можно мне Жасмин, вот эту, о которой я тебе говорила? Кукла, которой можно переодевать одежду. Ну, а сколько она стоит? Секундочка. Так, она стоит 659. 659 рублей? Для такой куколки, наверное, дороговато. Посмотри подешевле. У тебя вот какие есть? А, у меня спящая красавица и русалочка. Ну, иди посмотри другую, просто это дорогая. Да, она редкая. Хорошо, мам. Сейчас. О, вот это подешевле, она 350. Ну вот, это какой-то там Белли, какой-то, не знаю, кто это такая. Это Белоснежка.
Неважно, я в них не разбираюсь. Вот ее можешь взять. Так, ну ладно, больше меня не отвлекай, ясно? Да, мама. И возьми только вот эту одну игрушку, ну и вот все для учебы что-нибудь возьми, а то с нормальным надо портфелем ходить в школу. Хорошо, мама. Вот, смотрите, мне разрешили вот эту куколку взять. Белоснежка. Красиво. А я, наверное, ну, предпочитаю пони все же. Пойду посмотрю, какой он пони. Да уж, тут их выбор большой. Есть очень красивые они. Очень красивые. Да. Так, какой же из них выбрать? Ой, я бы вот эту вот... Вот эту бы выбрала. Но не очень, как-то она мне нравится. Завоз товаров. Новая пони. А? Новая пони? И книга. Ай, не люблю я книги. Вот, пони с одеждой. Это кто такая? Пони с одеждой. Это же мод, модница. У нее одежда снимается. Ой, хочу. Все, я первую взяла. Какая хорошенькая кукла. Ой, какая хорошенькая пони. Я тоже такую хочу. А давай-ка мод залишь. Да, и будет. Нет, она будет моя. Хорошо? Чего-то маленьким дают какую-то куклу, которая нужна взрослой. Я тебе не младше, ну только если на 2 годика. Ой, на 2 годика. Сану, ты меня младше. Ой, как она моя. Я пойду у мамы спрошу. Хорошо. Иди. Мама. Да, Розочка. Что ты хочешь? Купи мне вот эту пони-модницу. Пони-модница? Красивая. Мне нравятся ее тени. А сколько она стоит? А, там еще ценник. А, вот, да, есть. 1500. Сколько? 1500 за какую-то модницу? Простите, а за что она 1500? За то, что у нее платьице какое-то снимается? Ну, конечно, это же самая крутая пони-модница. У меня всего 5000. Если останется, если ты хорошо себя будешь вести, обещай мне это. Я, может быть, ее куплю, хорошо? Хорошо, мамочка. Если ты найдешь какую-нибудь нужную вещь, я посмотрю. Может быть, я и возьму твой мод, пока с ней походи. Ура, мамочка. Ой. Мне мама разрешила ее взять. Я слышала, разрешила. Сначала вещь нормальную надо взять. Ой, ну ладно, мне эта модцена не нравилась. Я возьму... Это кто там? Самая из обычных редких пони. Вау, какая красивая. Я не всегда мечтала. Это самая лучшая, наверное, пони. И очень красивая. Бантик вот у нее есть. Пойду мам попрошу. Так. Мамочка. Мама. Да, доченька, что ты там меня там звала? Можно мне вот эту пони? Я говорила, я вам, может быть, их и не разрешу. Все, говорю, зависит от цены. Вот сколько она стоит? Скажи, сколько стоит? Подожди, мамочка. Так. Она стоит 200? А, нет, это другая. Но я могу сказать, что и 200. Хотя нет, цена найдет. Ладно, скажу, что стоит, правда, 400 с чем-то. Сейчас. А, 450. Мам! Да. Сколько она стоит? 450. 450? В принципе, нормально. Но все же. Как все мы любим говорить... Посмотрю на остаток денег. Если останутся деньги, я, может быть, возьму ее. Красивая пони. Спасибо, мама. Но не радуйся, все равно. Мама, а я можно возьму пони? Нет, куколку. Ну, то есть маленькая пони-кукла.
Хорошо, давай. Сколько они стоят? 100 с чем-то. О, били хоть две. Ура! Две понечки. Вот это понечка. Это луна вроде бы. И Селестия. Ай-ай-ай-ай-ай. Так. А мне мама разрешила две взять пони. Только они миниатюрные. Красивые. Да, красивые. Так, ну ладно, я пойду корзиночку возьму и быстро себе что-нибудь куплю. Хорошо? Угу, ладно. Что происходило у родителей? Так, что будем делать? Давайте что-нибудь выберем. Так, я пойду быстро возьму корзинки. На. Так, я возьму себе две, а вам по одной. Ага. Ну, не хочу много брать. Хорошо. Раз и два. Вот, давайте. Так, что голубая? А, дочка обойдется. Так, подождите-ка. Дочка! Доченька, иди сюда. Доченька. А какая именно? Ой. Рарити, конечно. Почему, вот смотри. Я тебя доченька называю. А радугу называет дочурка. Ну, хорошо, хорошо, иду я, мам. Что случилось-то? Доченька, вот посмотри, какие там красивые нарядики. Хочешь что-нибудь? Да, хочу. А что хочешь? Голубую. Голубую? Ну хорошо, тебе как-то под цвет короны. То есть ту голубую юбочку. Подожди, я сейчас тебе ее достану. Ой. Сейчас поставлю я ее достану. Сейчас. Вот тут еще коврик даже есть. Ну так, одень ее. Ага. Мам, смотри, мне идет. Дай-ка смотрю. Хм, действительно идет. Все, я ее беру. Все, все, мам, хватит. А теперь я пойду своими делами заниматься. Это с чего это еще? Ты еще не купил себе товар по душе? Конечно, купила новый портфель, как ты говоришь. Новый портфель самый мстительный. Какой? Паутины и страх. Хм, ничего себе фирмочка. Да ладно, нормально. Ну что ж. Ладно, возьму. Так, у нас сегодня ничего нет на завтрак. То есть я завтра на завтрак вот возьму нам печенье с тобой. А, женщина, женщина. Да, для еды есть отдельная, вот. Потому что мне еще на завтрак взять. Чик-сик. Тортик. Все. Так, я вроде все взяла, сейчас посмотрю. Так, доченька, тебе взять расческу? Ага, светло-розовую. Хм, странно, никогда не знала, что ты любишь светло-розовый цвет. Мама, я люблю розовый, а это не важно какой. Ага, хорошо. Я поняла. Так, все. А вы выбрали? Нет, мы еще думаем, чтобы выбрать. Так. А, свою пони уже сюда. Ай, ложи. Ты уверена, что ты будешь ее использовать? А то знаю, как ты покупаешь, а потом не используешь. Нет, буду. Хм. Маска 50. И 450. Так-то сколько у меня тут? 450, да? А. Всего у нас... Ой, равно, господи, моя голова уже взрывается. 900 вроде бы. 900, если не ошибаюсь. Да, наверное, 900. Маска 50 и пон 450. Да, 900 рублей. Хм, ну молодец. А сколько твоя сумочка-то стоит? Ой-ой, блин, еще юбочка. Так, юбочка 100 рублей. Подожди. Уф, у меня 2000. Это 500. Ладно. 1600 будет нормально, все. Пойдем на кассу. О, здравствуйте, да, здравствуйте. Пробейте нам вот это все. Хорошо, хорошо, ему сейчас быстро. Так. Пик-пик-пик. Давайте. Бздык. 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 Можете сложить это все. Бздык. Бздык. Бздик. Бздик. Пи-пи-пи-пи-пи.
так, ой, простите, равно 1600. 1600, держите. Ага, спасибо за покупку, заходите еще в наш торговый центр. Ага. Так, дочку, все упаковываю, быстрее пойдем. Хм, а где вторая? Ты чего? Соня за Соня. Ты чего я не позвала? Ты больше ничего не будешь брать, а, дочь? Ты ничего не будешь брать? Буду, конечно же. Давай быстрее, сколько стоит пони? 100 рублей. Так, это у нас такой... Ладно, пока есть. 200 еще что? Духи алмазик. И еще 200. Так, все. 400 ровно. Так, еще вот это пробейте, пожалуйста. Пип-пип. Так, сразу 2000. Держите. Все, до свидания. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Да, зайдем. Все, до свидания. До свидания. Да, до свидания сейчас. Все, доченьки, пойдемте. Ладно, девчонки, до свидания. А, до свидания, до свидания. Да. Все, до свидания. Так, где же наша мама? Да вон там болтает, где? А, да, сейчас спросим что-нибудь покупать. Ой, стойте. Стойте, подождите, а Селеста все ушла? Ой, нет, а что? Ой, вы забыли. Ой, да. Простите. Но я уже не буду это покупать все равно. Ой. Ой, я куплю за нее. Она, наверное, не хотела прятаться. Так, я это все беру, это уже. Угу. Так, сюда что же возьму? Тоже книжечку Свердловского. Потом Фрутоняня. И самое последнее. Заключительное. Так, чтобы не жить. О, заколка. Заколочка, заколочка. Все, доченька, доченька, дама. Давай посмотрим, сколько твоя будет красотка стоить. Какую там пыль. Ты, мам, Белоснежка. Это не важно. Пойдем. Так, пробейте нам вот эту еду. Вот это. И вот эту, пожалуй, девочку. О, у вас скидка. У вас это, если вы возьмете еще одну такую девочку, вам будет без, вам будет вот это бесплатно. О, доченька, а ну-ка быстрее бери пони еще. Ну, эту одну девочку. Да, ее хочу взять. Хорошо. Пип. Пип. Угу. Так, продукты. Пип-пип. Пип. 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 И вот это самое. Бзды-бзды. Пипи. Все. Так, пи-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 пи. Все, готово. Так, с вас всего 1100. Вот, держите. Спасибо за покупку. Заходите нам еще. Все, до свидания. До свидания. Так, мам, можно взять? Да, все, быстрее, мы опаздываем на концерт. А ты, мам, что возьмешь? Так, что, во-первых, кекс я возьму. Потом вот это мне пригодится. Украшение, украшение. Все самое мое главное, любимое. Духов несколько штучек. Это мне тоже пригодится. Ну, тебе для школы что-нибудь надо взять. Ну вот, папочку. Будешь такая злая папочка? Хорошо. Пробить нам это все, пожалуйста. А? Бздык. 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 Все, так. Все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Все, до свидания. До свидания. Так, до свидания. И всем пока. Вы были на телеканале Тыков КТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока. Пока.